Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, это дополнение к гайду на Леонах. Те, кто не видели гайд у нас вот там, вот подсказочка и посылка в описании, вы также можете посмотреть прекрасный гайд на Леончика. И напоминаю, ребятки, напоминаю, что сегодня у нас дополнение, а дополнение это что? Это спешл какой-то контент специально для вас, чтобы было весело, чтобы было интересно. Это only фановые каточки, only фановые, тут не нужно жестко там судить и тому подобное. Просто фановые катки, это значит что? Это значит, что будет весело. И что у нас сегодня, дело вообще какое? Какая у нас сегодня задача? Вообще максимальная задача у нас собрать Леона в керри. Сегодня у нас будет Леончик керри. И, конечно же, будем душить на Леоне в керри. Постараемся максимально сделать все. Все, как это возможно. И напоминаю, собираться так, как я буду сегодня собираться на Леоне, не нужно. Не нужно. Не руиньте ребяткам катки. Пожалуйста, ребят, не руиньте. Я могу поруинить. Хотя все равно я очень... Вот сколько игр уже сыграл на Леоне подряд? Это, по-моему, 12-я. И проиграно 2 игры всего. И то проиграно просто потому, что, ну, там овертрешовые катки были. Не суть, короче. Короче, в принципе, я не руиню ребятам катки, как что бы я ни собирал. Потому что у меня всегда КДА плюсовые, всегда стараюсь тащить команду. Но не суть. Сейчас не об этом. Сейчас мы о том, что нам нужно собраться в керри. А это значит, что сейчас будет у нас игра. Как думаете, через какой артефакт? Ну-ка, останавливайте видео, пишите комментарии, через какой артефакт будет у нас играться каточка. Давайте, вот я подожду. Останавливайте видос. Ага. Пишите, ага, тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык, вставочку тут такой, наверное, сделаем. Ага, тык-тык-тык-тык. Ага, рапиру. А, нет, лата. А, нет, не лата. Ладно, рапиру пусть будет, да? Короче, катка через рапиру, ребятки, будет у нас тут? Да, катка через рапиру. А это значит, что сейчас мы соберем дефолтные артефакты. Дефолтные, а именно мы соберем сначала дагер. Ух, нифига там какой страшный. О, тоже страшный. Соберем дагер. Соберем дагер. Соберем транквил, соберем дагер. Соберем, опять-таки говорю. Купим дагер, транквил. Я мид, я писал уже. Ой, жесть. Ребята вообще не видят чат. Не суть, короче. Рапира. Да, рапира. Стоу. Вардецкий парень дал. Вардецкий парень дал. Короче, ребят, рапира у нас сегодня будет, да. Ой, клок, вообще неприятность такая. Печалька, знаете, какая у нас? В том, что тут против... Вообще, Леон сам по себе под керри билд вообще никак не подходит, потому что он такой очень уязвимый. Вот тут вот проблема будет с вот этим пацаном. Клок. Это 100% будет БМ и 100% будет зажим. Зажим какой-то будет. И это очень плохо. Очень плохо, потому что я не смогу, возможно... Принимать какие-то быстрые действия, чтобы задушить. Оп, самая быстрая рука на Диком Западе. Получилось. А то он хотел забрать вот этот вот какой-то Аракса. Аракса Макса вот этот вот. Росомаха типа, короче. Будем называть Росомахой. Хорошо, фейкуем. Оп, фейканули, побежали. Инвокера тоже там вардик есть. Давайте сразу так вот сделаем. Так вот сделаем. Будет ставить вард. А, наверное, его держать будет. Тогда вот здесь вот так дропнем. Хорошо. Он сразу разминать его. За горящий вот этот пылающий легион. Давай мне ману сразу. За пылающий легион играем сегодня. Оп. Не добил. Я крыс, получается. И это промах. Опять промах. Что ж ты будешь делать? Интересно, куда инвокер вардик будет ставить? Ну, пока следим за его мувами. Дальше мида он никуда не идет. Он, наверное, хочет, ну, ушануть линию. Ушанет линию и поставит где-нибудь. Я так думаю. А, он уже поставил себе под ноги. Я понял, все, базар ужок. Все, вард у меня там лежит. Он уже готовится. Хорошо. Все, ломаем крипов быстренько. А, я понял. Крипа быстро он не дает ломать. Хитрюга. На инвокере. Хорош. Давай. Спасибо.
Оп, хорош. Этого крипа я не добью. Вот этого добью. Отлично. Так, есть сентрячок. О, один тангусик есть. Ой, спасибо тому, кто запулил. По-моему, есик запулил, да, мне? Танго. Ча-ча-ча. Хорош. Инвокер Санструкерович. А можно направить, спасибо. Спасибо. Гоу еще. Бёрнинг. Бёрнинг Крузейд делаем. Вот так делаем. Эх, крипов бы еще не прогуливать. Оп, не добил. Кстати, инвокера как-то бы убрать надо здесь с мида вообще в целом. В целом как-то с мида его надо убрать. Хорош, побежал, да? Животничек. Животничек побежал. ПБшку апнул. Инвокер, это плохо. Надо будет бить его сейчас. Пара прибежит. Постанили. Бьем. Бьем. Оп, убили. Ох, хп. Совсем не осталось у него. Ну, повезло, повезло. А чё, мне опять пичку сбили? А, жесть. Прикиньте, на опять. Два хила минус. Понимаю. Возможно, потная будет, да? Опять вот так вот лажаем. С хилочками, с этими. Бывает бага на крипа, кстати, тычки кидает. Она летит, короче, она улетает за героя вот сюда примерно, плюс-минус. И все равно засчитывается, что, короче, тычку эту наносят. Так, я понял, там GG, да? Я не смогу потом ускаров овнить этих. Ля, куда ты побежал? Сорвался, побежал, просто триггер сработал. Дай мне маны, хорош. Оп, на инвокера слишком много маны, не высосать. Мы будем пытаться сосать. Сосет ману. Хорошо. Оп. Что ты хочешь? Что ты хочешь на инвокере? Хилочка пошла. Пара потанчить, я пойду. Хорошо. Хорош. О, стики, вэшку, все. Нормально. Нормально. Бара пришел, задушили. Майгем. Че ты с ним дерешься? Ля ты псих. Роксамакса. Смотри, до конца дерется с ним. Вообще псих. Тупо либо на характере, либо просто псих. Скорее всего, второе. Просто псих. Психанул в доту играть. Вот так сделаем. Взял стичок, чтобы видеть, что инвокер там кастует. Как говорится, мапхак. Мапхак. Тяжело будет, если инвокер скиллованный. Но санстрайки, по крайней мере, кидает. Будет очень тяжело душить. Потому что инвокер будет просто давать дефолтные кнопки. Дай маны чуть-чуть. Наверное, в шоке, что за дистанция. Багер. Баг какой-то. Думает, наверное, баги какие-то. Что за дистанции? Не достану, да? Ну, как обычно. О, Алакрити. Юзер. Дай маны. Алакрити юзер на инвокере. Опа, преобразовал что-то. Стоит. Просто стоит. Даггер копим, ребят. Вообще форс тут нужен будет. Форс нужен будет тут. Не знаю, сейчас ребята там придут, наверное, душить будут. Не знаю, на что он рассчитывал. Но это GG. Хорошо. Сейчас клок ко мне с даггером, там с рапирой придет. Ладно. Нет, так нет. Инвокер 8 секунд реса. 5,
5 секунд. Хорошо, ну народ, наверное. Не, ну тут надо будет хил откидывать максимально. Максимально откидывать. Хорошо. Все, есть, не умираю с СС-шки. Давай, ману. Давай, давай, давай. Оп, пошло дело. Я еще живой. Стики есть, можно поесть. Умри. Хорош. Нормально, нормально. Нормален. Хороший размен, в принципе. Потому что я успел забрать его. Я получил эксп. Queen of Pain. Аркадий, уеду ти? Нет. Ето ти? Ето ти, говорит. Гоу, стики апнем. Пригодится. Пешечку. Блин, там снайпер, фидер у нас тотальный. 0-3-1, да? Вообще жесть. Хуск на топе не дает мортретке ничего. Сейчас там армлет Хуск купит, и гг. И гг. Можно? Спасибо. Гоу. Ставим вард. Хорошо. Ето ти, говорит? Не, хорошо. Ето не я. Люди уже параноят. Параноют. Да, получается? Ля, ну это что такое? Ох ты мой, что за дудос? Что за дудос? Что за дудос? Господи. Ля, ну что за дудос? ЕС не прилетел. Да меня роумит Queen of Pain, запарило уже. Господи. Ну, рели Queen of Pain левелом, как я. Восьмой левел, ару. У нее левел, как у мидера. Чекайте. Типа, ну, это трэш тотальный. Это тотал трэш. У меня еще фингера не было, чтобы дать отпор. А мне левел надо, мне до девятого чуть-чуть осталось. Чуть не хватает. Просто ультанет, типа. Крутой. Боже мой. Просто трэш, но я сдох тут опять. Хотя, может, еще живу. Смотри, что делает извращенка волосатая. Смотри, что делает. Тупо... Она тупо охотится за мной. Тупо ей пофиг. Ей тупо пофиг. Ару. Тупо охотится за мной. Опача. Это жестко. Рощ. Шишер. Где? Вылазь. С арканой. Где вы видели виверов с арканами? Ару, это что такое? Это как вообще понимать, вивер с арканы? Где вы такое видели? У меня нету кнопок. Бить с руки. Господи, не дают жить. Что за трэш? Может, и выживу. Да, выживу. Я выжил. Go in you, манусы снем. Уф, бля, что делает? Ой, не успел, маны нет было. Лол. Чё за катка, блин, оживленная такая? Это жесть. Но сейчас у меня будет чуть попроще. Гоу. Дагер есть. Нормально, дадим отпор. Хускар прям там жестко что-то пытается прессинговать. Не получится, друг. Не получится. Не получится. О, вивер там. Лол хоповый.
О, у него маны нет. Хорош. Хорош, дорогой. Что-то прям лютая катка прям. Ну, жестко. Что-то прям... Вы любите такие файты, я знаю. Я сам их тоже люблю. Я люблю, когда они балансные. Когда есть какой-то баланс. Выигрыш, там, луз, выигрыш. То есть, когда идете по правильной череде, не ошибаюсь. Так, у меня очень мало хп. Это плохо. О, маны сюда, давай. И откуда инфа, чел? Нифига себе. Найс, блинки. Ты чё? Чё у меня там, 14 секунд, да? До фингера. Хорошо. 14 секунд. Сколько? 800 HP. Ну, мне кажется, сейчас копа сюда придет. Там еще и клок пошел. Вот сейчас опасно. Самые опасные моменты, что у клока есть кнопки. Да ты посмотри на нее. Ты что, с мобхаком, что ли? Бля, ты черт. По-любому с мобхаком бегает. Этот сапа какой-то. Чисто жук, навозник. Вонючий. Отвечаю. Чисто жук, навозник. О, боже ты мой. Чисто жук, навозник. Я вам отвечаю, он с софтом. Чисто такой, знаете, таракан вонючий. Отвечаю, копа вонючий таракан. Гоу, кому-нибудь фингера сунем. Пора. Смотри, что делает. Хорошо. Ай, господи. Тавр ломают. Углик нажимать. Дай маны. Все, он не ворвется. Что-то жестко как-то, пацаны. Так, ну мид слили, да? Жесть. Оппоненты просто вместе держатся и все. Снайпер идет. Тушить. Так. Го, вот эту штуку. Через лотар будем, ребят. Если катка такая оверактивная, будем лотары собирать. Мне кажется, копа какая-то нечистая. Прямо за мной вот. Хейт-контроль такой у нее. Ладно. Разберемся. Разберемся. От пальца будем играть. О, нифига. Гоу, я помогу. А наш клиент. Хорош. Пойдет. Снайпер еще жив даже, да? Дай маны. Спасибо. Пока клока нету, можно увереннее себя чувствовать. Увереннее чувствует себя. Хорошо. Вивер, сколько хп? Попробуем. Вивер, сколько хп? Там вообще хп. 720 хп, это фингер и подкоп. Гоу, быстрее. На низ. Фингер подкоп. Пусть сольет шукуча. Он будет сливать их? Ладно, гоу. Хорош. Фингер шукучевич. Так, почти лотер сэдж есть. Хорошо. Ну пока работаем, ребят, я не знаю. Вторая смена пошла. Оп, еще маны. По чуть подсасываем. Давайте доколотим уже. А, в принципе, есть уже, да? Оу, ступать. Вот это выкидываем. Оу, погнали.
Кто там, Клок пришел, да? Плохо. У Клока будем дизейблить. Просто. Ладно, нет, у него уже. Вивер пришел. Вивер, дай маны. Йоу, дай маны, братан. Боже, мана просто не кончается у него. Жесть. Вивер, вивер с арканой. Ну блин, ну куда? Ну зачем? Ну за что это? Блин, почему квест меня вивер с арканой играет? Это жесть. Как раз против Леона. Опа. Опа, чё? Тендерим. Вивер с арканой, я запарюсь у него ману сосать. Это мне нужно тупо 5 секунд стоять сосать ману у него, причем несколько раз. Ну, это Арилия МХ. Это Софтер. На Queen of Pain, походу. По КД в меня бежит. Так, таракаши главное не поймать. Хорошо, ману высосал. Отлично, там Вивер где-то, да, должен быть еще? Поможем мы еще. Ага, Вивер там лоу-хповый. Жесть! Это лютая фигня какая-то. Опа, Клокевич. А чё, как дела? Можно чарж, товарищ? Товарищ Боротов. Ай, реген был. Вот это зашквар. Да, конечно, зашквар. Это, конечно... Да ты посмотри на нее. Я ору с нее вообще, с этой Queen of Pain. Это лютая вещь какая-то. Чел на копе вообще жесткий какой-то. Отвечаю. Просто вот тупо Софтер. Всю игру, он всю игру так играет. Ладно, здесь, окей, это типа банально. Но это уже слишком. И сюда то, что здесь он прыгнул, уже знал, что я сюда пойду. То есть, ну, я здесь мог вот так мансануть. Но тут, я не знаю, не факт, что тавер подпалил. Но мне кажется, он тупо... Он не стесняется, просто софтит. Тупо вонючка. Не знаю, как его назвать еще. Конченый чел, короче. Люди с МХ, вы конченые. Вот так вот, я всем заявляю это. Кто с мобхаком. Да, жестко. Ладно, сейчас обоссу его. ТП, прыжочек, бах. Вот этот, Queen of Pain бегающий. Блин, это жестко. Ну, сам я там виноват, по сути. Чё я там с ним игрался, да? Гоу. Топ, много слишком их. У меня его, кстати, никогда не будет варианта его встретить на руне, если он с МХ. То есть, если я буду его вот так вот искать... Я не должен был его сейчас тут поймать. Значит, он без софта. Значит, я виноват, что типа так плохо. Откидываю. Но слишком он... Что-то бывает прям... Вот здесь вот особенно тоже. Я же там подходил в лоу-граунд. Ну, хотя день тоже видно было. Может, я ошибаюсь. Просто слишком часто он меня пытается как-то захейтить. Может, в этом дело. Так, говардик. Пацаны, хотя бы один-то, ё-моё. Хотя бы один. Ладно, беру свои слова назад. Получается, я дурачок. Обоссывалите. Гоу. Сюда. Чё там Вивер? 700 HP. Мне кажется, я его с руки убью. Тупо в комбате его держать, да? Тупо бэкстеп. Бэкстеп, хекс. Тычки, тычки, тычки. По идее, должен убивать. Да. По идее, должен. Вот это значит правильное оценивание ситуации. Ух, нифига там ЕС что сделал. Чипалахи дает. Нифига себе. Кто там? Снайпер. Опа. У него хилка, блин, на лице. Ты посмотри, что делает. Но там софт.
100%. Да, там МХ. Я не забираю свои слова назад. Он просто уже знал, что я буду сейчас вылазить на лоу хп, его добивать и сразу, блин, канулся. Ты что за драки с софтерами? Он еще и блинк дайгер купил. Осуждаю. Максимальное осуждение. В студию. Вот так сделаем. Хз, а вот сейчас было непонятно, почему он прыгнул. И вот... Ну, хотя у него дайгер был, он думал, успеет сделать. Но он успел, действительно. Блин, я не понимаю, МХ он или нет? Я даже не пойму. Либо настолько хорошо играет, да там 40-верный игрок, блин. Не знаю. Так, Вивер. Вивер, браток, там, смотри, крипчики идут. Не хочешь? Крипчики идут. Фармить. Маны, давайте мне, я пошел отсюда. На 16 мульт качать не будем, ребят. Не буду качать его. Просто плюсик оставлю. Открытый, и все. Просто плюс оставлю открытый. Так, ну на экстра пиру. Не варик по-другому, как-то собираться. Юл инвокер. Есть? Жалко. Хорошо. Я отойду тут. Пятером все пацаны. Собрались. А плюс оставляем. Что-то жестко как-то. Что-то видели, как он мансанул от меня? Давай помогу чуть-чуть. Хорош. Видели, он такой, он тут хотел сверх, он... Блин! Я вам клянусь, это, ну, это, блин, ну, палится, чел. Даже сейчас он хотел мансануть в стороночку. Вы поняли? Дай маны. Он софтер, ребят, ну, скорее всего. 90% даю. Ну, потому что вы видели, что бы он тут мансануть пытался? Он видели, он такой с подзамедлением, блин, канулся, такой вид... Ой, а тут Леон. Но единственное, если там нету варда, то тогда совсем другой вопрос. Так, сакрет берем. Ладно, пофиг. Но это жестко, это интересная игра. Очень интересная. Погнали низ. Надо Маену соснуть у крипа. Го, 600 маны соснем. Оставляем один плюсик на ультимейт. Мне монопула не будет хватать, чтобы убивать. Чуть позже вкачаем. Хотя... Пофиг. Гоу. Пофиг. Гоу, пушайте. Делать. Сейчас как задушу. Не знаю, ребят, напишите свое мнение. Софтер он или нет? Ну, потому что, типа, я не знаю. Либо я так... Либо он такие тайминги ловит, потому что бывает очень сильное везение некоторым игрокам. И вообще, в целом, иногда бывает везение лютое. Что получается находить очень хорошие тайминги для того, чтобы как-то двигаться. Из-за этого, ну, вот такое вот складывается ощущение, что тот или иной игрок, он, короче, какой-то, ну, нечистый. Бывают такие, бывают, ребята, игры. И на самом деле это, конечно же, жестко. Это жестко. Реально. Такие игры, это очень жестко. Так, инвокер, там дасты. Дасты купили. А вот так вот сделаем. Вот этого пацана соснем. Сейчас ману всю. Что, фуловая была. Хорошо. Зачем ты это делаешь? Ладно, не суть. Блин, если б не транквил, я бы уже столько раз сдох. Сколько он мне жопу спасает, да, ребят? Так, ну я спалился тут уже. Хорошо. Промах, промах. Куда ты бежишь на баре? Вообще, парень, газанул. Го, поможем.
Чуть-чуть. Бара танцует. Надо убегать. Эх, хорошо, я его добил. Добил. А вот тут я не помогу ничем уже. Не знаю, я бегаю типа влево-вправо, но я тут уже ничем не помогу. Что я тут могу уже сделать? То есть я сейчас тоже так же пойду с фижу. Смотри, что делает. На там сок. Да я не верю, что тут вард стоит. Вот тут интересно, есть вард или нет? Походу есть. Потому что это жесть. Так, ну снайпер покинул игру. Гоу, на топ. Фармить. Это жесткая какая-то тема. Что-то пацаны газуют. Смотри, что могу. У него и ул уже есть там. Ха-ха. Рафланчик. Фига, меня тут дудосят. Сворм то нерзу. Аккуратно, аккуратно. Он знает на копе. Что-то он знает. Он притворяется, что он не знает. На самом деле он все знает. Крысиный вот этот, Queen of Pain. Хорош, иди сюда. Кто там рядом? Клок, да? Это плохо. Потому что если я сейчас нажму кнопки... Что на инвокера нажимать? GG. Разбей, пожалуйста, два промаха подряд. Два промаха подряд, чтобы разбить когу. Ой, боже, ладно. Сдаюсь. Сдаюсь. Вообще, вы не представляете, насколько это неприятно вот такое дерьмо видеть. Но Шакса, Бакса, Макса, вот этот, как и понятно было, покидает игру. Ладно, надо с командой играть. Блин, а как я с рапирой сейчас буду играть, да? Нас, во-первых, четверо, во-вторых, мы сосем. И в-третьих, друг за друга пацаны цепляются. Еще клокверк этот писячий. Вот чё-чё, вот клокверк. Вот клокверк это вообще, типа, ну, это жесть. ВС Леона. Я ничего не могу ему сделать вообще, в принципе. Чё с ним делать? Шакса Макса, вот этот, Ракса Бакса. Так, Мартредочка у нас имеет БКБ. Ничего, выиграем. Это временные трудности. Только мне вардить, походу, придется в этой катке. Ну и ЕС у нас, молодец, как-то вардит. Копа 700 хп, почему я ее не убиваю? Это же просто... Они вместе ходить начали, в этом проблема. Ладно, гоу, пробовать. Опять варды стоят у них тут. Вот я сейчас буду психовать и брать гем. Если там не будет никакого вижена на них, типа это, типа, ну, смешно. Они тут все стоят. Я, типа, не буду тут драться. Мортра нам нужна. Гоу, попробуем. Бара умер. Сейчас я вард принесу. Вард уже не идет. Идет, идет, идет. Нету вардов. А мансит как профи. Она от меня мансит. Я вам отвечаю, она от меня мансит. Она от меня мансит. Она от меня мансит. В инвизе. Души. Я помогу чуть-чуть. Хорошо. Ну, Дарили, она мансит от меня в инвизе. Он иногда, он такой, палится, не палится, чтобы не заподозрили. Иногда, типа, в таких микромоментах. Но это свинотство тотальное. Это жесть. Это жесть. Это свинотство.
Так нельзя играть. Так, есть. Гоу. Лес, которым управляют. Ага, лес фармит. Хорошо, ну, за, по идее, за Хекс должен убивать. Ты где? Ты где? Криса. Вардов нема. Тем более, если пишет, что вардов нет у них. Это как они так играют? Это как они так играют? Вот я вот это вообще не вкуриваю. Вот так вот. Где этот тараканой? Вот это я газанул. Хорош ест там, ворвался. Надо бежать. Я умер. Попал. Тушить. Ай-яй-яй, ну что это? Ну как? Ну почему? Боже ж ты мой, ну все в пятером. Ладно, отдал, сразу же отдал, пошел. В четвером они стоят в одном месте, в пятером. Они всегда в пятером ходят, да что это такое? Тупизм. Копа с мапхаком бегает, надо варды ставить. Блин, ну вот я не знаю, как. Теперь у этого рапира, да? У Хускара. Вот, ну, у Хускара рапира. Ну, как у Хускара ее выбить? Гемвокер. Жесть. Тараканы я не убиваю уже этого вонючего. Мартретка еще постоянно фармит. Ладно, мартретка активная была, но он пассивный, как, блин, не знаю, как я. Жесть. Рот, офни, играй. Рот он раскрывает тут. О, петушонок кукареку. Рапиру подарил. Так ты не играешь, играй, не буду дарить. Так кто там? Опа. Сейчас простанем. Ах ты. Найс, простанили. Найс, простанили. Инвокер гем. А я умер тут. А нет, еще живу. Хорошо. Фингера тебе засуну сразу. Мартретка рапиру забрала. Да? Да, вижу. Мы с нее выбьем ее. Хорош. Пойдет. Вот теперь нормально. Мартретка начала играть, и так игра немножко выровнялась. Дай маны чуть-чуть. Все, хорошо. Копа с МХ плейт по-лютому. На Леона. А что Леон? Что Леон? У тебя копа с МХ играет. Где это проявилось? Что я с МХ? Туман как копа прыгаю. Где это проявилось, что я МХ? Да, где? Вот именно где? Так, так не пойдет, пацаны. Жесть, что-то за... Что за нервная игра? Я того родственник. Но мартретка забрала мою рапиру. Я еще одну буду делать сейчас.
И чё? Так, пойдет. 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 Ты вообще чел не вкуривает. А, жесть, прям нервная игра. Мы с Гемом, говорит, а я с вардами, тебе еще раз говорю. Где я? Что я? Я что, зажат? Ясно. Я думаю, что за фигня? Почему герой стоит? Дизейбла не хватает, пацанам. Дизейбла, пацанам, не хватает. Надо Леона сюда. И где я ныл, кстати? Они в пятером ходят, а этот фармит. В чем нытье? Боже, вот чисто не Петр Гук какой-то, а какой-то петух. Серьезно, где нытье? Игнорирует игру чел просто. Парень просто игнорит игру, фармит лес, когда мы деремся, и говорит, что мы ноем. Осуждаю. Максимальное осуждение в студию. Блин, ну это получается уже не керри-кат, а какое-то говно, потому что рапиру мартретка. Надо, чтобы она всадила рапиру, чтобы я ее забрал. Вот и все. Стоит такой, а я король тут. Мы рапиру ему дали. Оу, гиперстоуны. Ладно. Ну, ладно. Оп. Хорошо. Убейте ее, пожалуйста. Тушите. Марита, Марита. Я отойду. Это минус рапира. Туда прыгать за рапирой, типа хз. Кто заберет? МКБ кто-то там взял. Надо посмотреть, кто забрал. Не суть. Но она отдала, это хорошо. Пуск. Клок. Клок забрал, да? Но клок очень жирный. Так, муншарт имеем. Практикуем. Такое дело. Клок, значит, 1700 хп. У кого радик? У клока. Я его соло не потяну. Слишком много хп. Много слишком надо кнопок на него нажимать. Вокер 1400. О, все, конечно, я приехал. И нервы, нервы. Спасибо. Вивер гем. Вивер гем. Так. А где клок, интересно? Кок. Кок. Убираем ману. Уходим. Хорошо. МКБ просто хускар. МКБ просто хускар. Линку повесил. Вивер там. Там вивер. Еще и клок, наверное, будет сейчас, да? Я не могу подойти стан дать. Просто не могу. Коги отзонили. Без мартретки никак нам тут. Ты хорош уже со своим МХ. Черт поганый. Просто черт на копе. Жесть. Самый тупой софтер в мире. Домой. Добегался с МХ со своим.
Просто мобхакер. Че там, варды, да? Там глаза мои, которые видят больше, чем твои. Сейчас дефаем, бежим в мид. Будем дефаться тоже. Пока не пушат нормалин. Хорошо, гоу. Что там, мартретку убиваю, да? Ох, драка началась в самом разгаре, а я иду. Ну, у кого там? Ага, у Клока все вспомнил. Вспомнил, что у Клока. Так, отойти, отойти, отойти. Блин, не успел. Так, Линку сбить ему? Виверу. Не сбил. Аккуратно надо тут. Тут надо аккуратненько отыграть сейчас. Там у Клока уже есть кнопки. Я не успел забрать! Мартретка забрала! Ай-яй-яй. Да как так? Моя рапира. Отдай мою рапиру. Ай-яй-яй, девчонка. Забрала мою рапиру. Я, блин, не надо было вот там ультовать так далеко. Не-не, МХ, репорт пишем. Ну, точняк, понимаю. Блин, такая обида, ребят. О, так, ЦГГ. Я не уйду тут. Да, походу. Ах. Боже ты мой. Вот этот еще кукарамба не ушел, короче, он решил остаться. Блин, провал, а не игра просто. Мартретка всю игру с моей рапирой ходит. Не могу забрать. Печалька. Ладно, она сейчас отдаст опять рапиру. Надеюсь. Надеюсь, отдаст рапиру. Убейте ее. Пусть какой-нибудь вивер заберет рапиру. Ага, забыл. Джи-джи. Клок, забери, пожалуйста, у нее рапиру. Не заберет, да? Инвокер, забери рапиру с настрайком, пожалуйста. Я забрать хочу ее. Санстрайк. 2 секунды, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Бах, вот сюда. Эх, нет МХ, да, у тебя? Печалька. А вот окопы есть МХ. А вот окопы есть МХ. Так, 400 имеем. 400. Все напишем. Все в десятером пишите репорт. За МХ, которого нет. Зато копа. МХ и ей ничего не говорится. Так. Домик. ТПшечку. Погнали. Гоу разберем, транквил. Он мне уже не нужен. Ring of Protection. Regeneration. ТПшку. Вот так вот. Все отлично. Ой, сейчас МХ помогло убить. Вот так вот, понимаю. Вот так вот. Вот так вот, а. Где там мартретка наша? Убейте ее, пожалуйста. Дайте мою рапиру. Ну, весь контент забрала, да? Тупо вот сколько времени, она уже просто забрала мой контент. Тупо контент забрала. О, на миду инвока встреча. Где-то вот тут. Ага, нету. Печалька. Печалька. Так, хорошо, рапира.
Все фраги, блин, Мартредка с рапирой берет. Хорошо. Мортра пусть танчит. Вообще жесть какая нервная катка. Очень нервная. Неспокойная. Прям рили неспокойная. Хорошо, гоу фармить. Мы же Керри Леон. Заберите у Мартредки только рапиру, пожалуйста. Барат, жесть какой быстрый. Что там начинается, да? О, хорошо. Убейте ее, пожалуйста. Она же вообще крип. Ну как крип? У нее 6 слотов, не считая этого. Я не буду помогать. Я хочу Мартредку убить, чтобы убили. Вот он, МХ пришел главный. Убивайте ее. Убивайте, убивайте ее. Задушите, пожалуйста. Оп, наконец-то. Моя сила пришла. Пришла моя сила. Мой контент пришел. Наконец-то. У законного владельца рапира. Хорошо. Погнали ману сосать. Сосем ману. Сосем ману. Есть. Отлично, все по низу гол. Наконец-то, господи. Все, софтер забрал обратно рапиру. А то всю игру вообще без этой рапиры бегаю. Ага, копа там. Софтом душит. Пойдем. Сейчас я ей покажу дираки зимой. Есть сата. Есть сата. Я пушить не буду. Чисто лунные колодцы. Да, мой дорогой. Отлично. Ну, уже лучше. 48-я минута. 48-я минута. Леон прыгает в туман войны и убивает Queen of Pain. Точно. Точно. Хорошо. Ну, хорош. Хорош. Ага, они меня видят тут. Это минус рапира, кажется, да? Буду драться. Забрал рапиру, да? Боже, какая анимация, выдержка вот эта лютая. Да, ну под инвокером, конечно, такое. Cold Snap кинул, там в сатаник я уже прожал. Скар забрал рапиру. Не дают, блин, вот не дают. Но герой слишком тяжелый для Леона на самом деле. Потому что тут и Клоквер, который сразу забрали у меня рапиру. Клоквер, Хускар. Хускар жесткое замедление. Замедление даст, Клок прыгнет, просто задушит. В этом проблема. И плюс еще МХ, софтер на вот этом чувачке. Это просто сразу надо не забыть вот так вот сделать. Потому что это не игрок. Он специально еще делает так, чтобы типа не было понятно, что он МХ. Это видно. Он не может так. Тем более вардов нету. Там даже Хускар сказал, что у них вардов нету. Но все они, тем не менее, думают, что МХ я. Это сейчас, знаете, типа 2021 год. Это называется, типа, угадай, кто МХ. Это жесть. Ну такая, ребят, катка на самом деле на троечку. На тройку. Посмотрим, может понравится Таира. Хрен его знает. Но она нервная. Она реально нервная. Я нервничаю в этой катке. Прям слишком такой вот. Играешь просто против людей, которые видят всегда, где ты находишься. Это прям очень тяжело. Это тяжело. Еще постоянно Мартредка забрала вот этот рапиру чисто. И всю игру с рапирой бегала. А я быстро отдал ее сейчас. Быстро отдал. Там у Вивера этот гем сразу подцепил меня. Да, Вивер тоже такая неприятная цель. Я вначале его могу контрить, в конце уже тяжелее, когда линка есть. Анимацию сбивать надо третьего спелла.
Ох, я каждый раз уже, когда гайды пишу, у меня уже... Что там у тебя, рапирка есть, да? Все, я Алексея попрошу, меня не забанят, потому что у меня есть... Ты хочешь от меня на копе. Потому что у меня есть доказательство, что я играю без МХ, лол. Сейчас вы говорите, что я с МХ играю. Когда у тебя в команде чел с МХ. Я умер тут. Надо бежать. Я еще живой, лол. Их там трон падает. Трон падает. Гоу, рапиру забирать. С базы бежит, да? Хорошо. Надо сразу быстренько прыгнуть. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот так. Сейчас буду на расстоянии держаться, а потом прыгну просто. Заберу. Надо по-любому забрать. Пару кружочков-то надо сделать. Хорош. Или они просто отдают сторону? Просто отдают. Понимаю. Тупо отдают без боя. Все. Опа. Enough pain, иди сюда, дорогой. Захотел. Дедушку, дедушку. МХ! МХ, хиназис. Но, если честно, нужно отдать должное, то, что Мартретка, несмотря на то, что она так негативно написала, что, типа, ноешь, типа, там, и тому подобное, она, тем не менее, сделала тоже неплохой вклад в игре. Она тоже раздамажила, тоже убивала. Но, не суть. Половину контента, конечно, он забрал. Половину контента. Но, тем не менее, вот такая у нас катка получается на Леоне, ребят. Ну, не знаю, такой билд получился. Катка, если честно, на тройку. У нее был интерес, играли против вот этого МХшника. Запомните его никнейм, ребят. Забаньте все, желательно, чтобы он к вам уже в игру как бы не попал, если вы создаете. Ну и как-то так вот, я не знаю, ребят. Нервная катка, нервная. Ну, может и понравится. Он такая керри-катка на Леоне. Ну, в принципе, все. На этом все, ребятки. Давайте. С вами был Ксанас, и до скорого.